Согласно легенде, город был основан прорицателем Мопсом после Троянской войны. Во избежание набегов с моря город был построен в 16 километров от берега. Входил в состав Ликии, персов, Афинского морского союза. В 333 году до нашей эры перешел от персов к Александру Македонскому. Затем город был под властью селевкидов, Пергама и, наконец, со второго века до нашей эры римлян. В римский период город достиг наивысшего расцвета и был в числе трех крупных городов Памфилии. Хороший климат и удобное местоположение способствовали быстрому развитию города и превращению его в один из крупнейших торговых центров. На берегах реки Эвримидон был создан порт, а в окрестностях разбили оливковые сады и виноградники. Знаменитейший портовый и торговый город занимался торговлей зерном, украшениями, вином и лошадьми. Скакуны Аспенда ценились во всем античном мире. В городе чеканили свою собственную серебряную монету. В последующие столетия, уже во время Византийской империи, город пришел в упадок. В 7 веке этому способствовали набеги арабов. В начале 13 века город был завоеван сельджуками и в последующем прекратил свое существование. Дур. Ваши впечатления от Туркиш Акрополь? Туркиш Акрополь? Хороший собор, но это не Туркиш Акрополь, а римский, наверное. Так что... Ну ладно. Teşekkür ederim. Olacaklardan korkuyorum. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Bak seni son kez uyarıyorum. Kaç kurtar kendini benden. Olacaklardan korkuyorum. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Bak seni son kez uyarıyorum. Kaç kurtar kendini benden. Olacaklardan korkuyorum. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Bak seni son kez uyarıyorum. Kaç kurtar kendini benden.